На трассе Байкал у поселка Култук устраняют серьезную аварию. Большой груз, перевозивший химикаты, съехал с дороги и опрокинулся. Пострадавших в ДТП нет, но вещество разлилось по проезжей части. На месте работают спасатели и инспекторы ГИБДД. Ликвидацию последствий контролируют в областном правительстве. Данное вещество орошается чисто водой. Оно тяжелее воздуха. Это концентрат азотной кислоты. Движение транспорта на участке трассы перекрыто. Ограничение введено до особого распоряжения.